Всем доброго утра. Слушаю новости о том, что везде теперь проверки. И пожарные, и везде. Так, на завтрак каша с черносливом, чай зеленый с трубочкой, это Афоня пил. Родители домой уже поехали. Окна до сих пор грязные, надо мыть после этого дождя. Вон мамуля с папулей. Домой. Тут борщ хочу сварить на говядине. Здесь бульончик варится. Вот. Пену тут снимаю. Не знаю, буду процеживать. Нет, но, наверное, да, потому что такая кастрюля меня не устраивает, грязная. Сегодня на обед у нас будет борщ. Я уже его готовлю. Процедила бульон. Блин, что-то так кипит сильно. Все как всегда, без зажарки, на говядине. Даже мясо сюда прям добавила кусочками. И осталось сейчас это все повариться, капусту добавить, чеснок и зелень. Так что сейчас еще немножечко поварится, и все будет готово. Капусту уже порезала, надо покупать. Уже закончилась, уже прям в конце кочанчик обрезала. Чеснок и сейчас еще петрушечку. Нашу домашнюю местную. Смотри, тут экстрасенсов. Честно, не знаю вообще, вы верите в экстрасенсов? Я имею в виду в эту передачу или нет. Так, Гриша дома? Да, это пойдет. Он сейчас будет себе борщ накладывать, чтобы он остывал. Будет дома, а я сейчас поеду в Сбербанк, заберу карту. Уже пришла. Ну, новая, там же они через каждые там 3 или 4 года обновляются. Ну, уже они сами ее, ну, новую присылают и пишут, когда присылают. Я еду карту забирать, потому что у меня, помимо того, что там срок действия, да, все дела, не можешь ей пользоваться, так у меня уже, я не знаю, наверное, с полгода чип не работает. То есть я в Сбербанке могу снимать в банкоматах деньги, а расплачиваться я не могу. Короче, я, если нет налички, то я вообще ничего не покупаю, и мы прекрасно живем. Вот, а вроде бы деньги есть на карте, а наличкой нету, все, расплатиться в магазине не могу. Ничего, значит, не надо. Вот, так что сейчас еду забирать карту. Конечно, знаю, что ее можно поменять, но я просто знаю, что тут, блин, скоро срок действия заканчивается, она сама придет, и не хочется сидеть в очереди. Я же знаю, что такое Сбербанк, когда там очередилки, ну, обычно бывали раньше. Это было что-то с чем-то, сходить в Сбербанк, даже стоять в очереди полдня. Я довольно счастлива, успела до конца обеда, никого даже не было. Поэтому, в общем, счастью нет предела. Теперь могу в магазинах тратить деньги нормально. Сижу, мне говорит, теперь не отмажешься, что денег нет. Вот. И сейчас его в чехольчик ставлю. Раньше продавались вот такие чехольчики для карты. Я не знаю, сейчас есть или нет, но очень удобная штука. Ну, прям в самом Сбербанке они продавались. Сейчас в магазин Кредо заехала. Купила тут эту сахарную пудру, какую-то новую. Также 150 грамм, она какая-то экстра. Я так понимаю, что по идее должна быть мельчайшего помола. Сколько тут она стоит? По 21 рублю получается. Вот, попробуем, какая она действительно такого мельчайшего помола или нет. Опять новости, новости, новости. Что еще? Цветочки уже начали заказывать. Это вот отдельно будут просто на Пасхе. То есть люди будут сами их печь и украшать просто такими цветочками. Сейчас уже почти 5 вечера. Я, в общем-то, сделала цветы. Они уже засохли. Они достаточно быстро сохнут, особенно если они вот такие вот малепусенькие. И все, сейчас они еще полежат, еще хорошо высохнут. Я сложу их в пакет. Здесь пробую делать нарциссы. Это вот второй мой эксперимент. Первый эксперимент был немножечко другого цвета. Ну, в общем-то, вот такие вот какие-то получаются, еще несуразные, особенно вот эти вот лепесточки. Ну, буду стараться, чтобы ничего не засыхало, то есть, потому что здесь айсинг, да, в пакетиках, и чтобы он в насадках здесь не застывал, обязательно накрывать все влажным полотенцем, иначе все застынет и придется прямо потом отковыривать. Вот. Гвоздика у меня нет, вместо гвоздика у меня деталька от игрушки.
Вот так вот я ее кручу. Гришка пошел до речки. Родня приезжала, мы тут с Колей поиграли. Ему так понравилось смотреть на подушки. Прям вообще ему разные ложишь. Он так интересно заглядывает. Вот, а я сейчас тоже пойду до речки, прогуляюсь. Там отличная погода. Григорий тут червей ищет. Были, да, черви? Вот, тут, думаю, этого хватит. Ну, для того, чтобы сходить поймать 10 рыбешек, конечно, хватит, да? Пойду, так, только вот это сразу все на место поставь, вон еще один червячок. Теперь уже 11. Да, поставь на место этот трон свой. Или да, что это? Я там когда убирал, я такое же нашел, только маленький. Да? Давай я. Да ладно, пусть так. Ну ладно, давай. Пусть так. Что? Покажи, что это. Папе еще сказали задание. Как? Делать уголок пожарной безопасности. Мама! А нам делать поделку с тобой. Мама! Это что такое? Муравей спортом занимается. А, муравей спортом занимается. А тут оленьяк и Лиша. Лиша пошел на рыбалку. Мама, тоже рыбалку. Ну, давайте оденьте домашние куртки и сходим. А я не хочу на рыбалку. Я хочу кушать. Правда? А потом начинаем про поделку делать. Да. Вчера сказала, Саша начнет. Мама! Какую? Ну, домика воль, баню волю, наку. Баню и домик? Да. Ань, зачем тебе? Они говорили. Мелика. Ты слышал? Да. Ты не шутишь? Мама, бодели. Со мной делать? Да. Ваня, первый тон. Мама, летон. Что ему сказать? Ты сам скажи. Что такое, мой хороший? Пошли налаживать. Так, кто-нибудь будет борщ? Да, Олесь! Ты не будешь? Нет. Все, мы идем до речки. Че, Гриша там сидит, рыбу ловит? А ты сейчас будешь ему там шуметь этой тачкой и распугивать рыбу. Я Вика делал. Это тебе Гриша сделал? Да. А как он тебе так сделал? Вот так, я на тебя ловлю. Тачку сломал, дрова кинул. Да. Да, и Марсик с нами. Что? Можно. Рыбак сидит. Открытие сезона, да? Только одну? Что? Даша там? На той кладке у себя? Уточка, да, как крякает? Того тоже мы ж смотрим. Вон, две уточки, глянь, одна в одну сторону, другая в другую. Мама, развязка, да? Угу. Одна уточка на Ростов, другая на Кореновск. Да? Ростов и Кореновск в одну сторону, сына. Садись, садись. Была бы одна, когда... На Краснодар, одна на Ростов, мама, да? Мама, давно века.
Да тут гля какая тишина, никого, да? Ни в речке. Ни рыбы. Ни рыбы, ни тут вообще людей нет, да? Тишина. Почему он там люди? А, на той кладке есть, да? Ну, да, Лёша. Первый улов за 2018 год. Да. Да. Пойдем туда. Мам, там Марсик. Это мама Марсик. Что-то в этом году. Да. Это море. Марсик, да. Да, Матилок и море. Да это не море, это речка. Ой, Матик, Лок и реку. В речку, Матик, да? А не в реку. Не надо его в речку. Еще холодная там вода. Нет, как? Не топлю. Чё бы она была теплая? Тебе что, тут тепло, что ли, на улице? Чё ты тогда в куртке-то ходишь? Мама топлю. Кого? Ну, топлю. Воду? Да. Нет. Бери свою тачанку, поехали. Нет, а тут на тубик. А тут? Да. Тут. А я не знаю, они землю надо, если на квапилках они будут размножаться твои черви. Ну, папа говорил, на квапилках могут. Да? Ну, попробуй. Только ты же их закопай, прикопай. И убери ее с дороги, ладно? Иду вас провожать, мои мальчики. Афонь, ты тоже будешь провожать? Да. Давай. Пока, пап. Давай, папа. Подожди. Тихо. Вот ты сейчас папе. Так, мы с Афонькой тут, вернее, Афоня вспомнил про эту игрушку. Ты сначала вот сюда, вот. Нет, сразу ты сюда ее не ставь. Сначала вставь вот сюда. Вот. Мам, нет. А теперь мы должны с тобой проверить, чтобы же оно-то крутилось, ты понимаешь? Да. А то мы сейчас с тобой будем вставлять, и оно даже не будет работать. Все, это крутится у нас. Мама! Теперь Афоня будет строить домик, да? Да. Кто выиграл? Папа выиграл? Ты что, расстроился, что папа выиграл? Все хорошо, зайчик. А ты чайку сделал? Чайник только вот еще раз поставила. Он же там с первого раза теперь не выключается. Сейчас тебе там сделаю. Тебе зеленый? Угу. Давайте раздеваемся. Ариша!